поселке Артык у Северного полярного круга находится автобаза объединения Якут-Золото. Здесь каждый третий житель шофер. Машины Артыкской автобазы обслуживают зимнюю дорогу от Тихого океана до Ледовитого. Протяженность трассы Магадан-Заполярный Кулар свыше 4000 километров. По несколько суток находятся в пути шоферы Артыка. А ведь морозы здесь достигают порой 68 градусов. Но столь суровые условия не смущают этих мужественных людей. И всегда оборудование, продовольствие и другие необходимые грузы доставляются бесперебойно.